Музей техники Богуслаева. Пока, слава богу, на месте стоит все. Здесь концерты проходили на 9 мая. Что будет в следующем году, неизвестно. Павильон посвящен героям Советского Союза, запорожским летчикам. На каждом самолете написано, кто на нем летал. Маршал Судец, герой Советского Союза, летчик Владимиру Левитану, Сергею Широву. Спасибо Богуслаеву за сохраненную память. Дай Бог ему здоровья. Здесь вот стенд посвященный. Из 23 летчиц героев Советского Союза 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, воевавших на самолете ПО-2, четверо уроженных Запорожской области были удостоены звания Героя Советского Союза. Полк, известный под названием как «Ночные ведьмы», женский авиационный полк Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Площадка открыта с 8 утра до 8 вечера каждый день. Бесплатный доступ для просмотра бесплатный. Дети лазят по танкам, разглядывая их. Шилка, зенитная самоходная установка 64 года ЗСУ. 23/4. Акация самоходная гаубица 71 год. Танк Т-34. На котором принимал участие работник завода в войне. Чупилка Иван Афанасьевич, герой Советского Союза. Все сохранено. Покрашено, вычищено. И доступно посещению.
танк за Родину. Герой Советского Союза Чупилка Иван Афанасьевич. Работал на заводе в 1932-1935 году. А танк это как у нас? Это танк Т-34-85. В боевых действиях принимал участие в 1944-1945 годах.